вас дополнительно информировать на этот счет. Спасибо большое. И второй вопрос. Как вы могли бы прокомментировать отказ секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна от участия по встрече с коллегами из стран СНГ в Москве? Пытались ли в Москве прояснить эту ситуацию? Ну, нам, в общем, здесь нечего было прояснять, потому что он, с одной стороны, собирался, потом сказал, что не может прилететь, потому что изменился график. Мы увидели потом, что он принимал в Ереване старшего советника Госдепартамента по Южному Кавказу. Ну, выводы сами делайте, но при этом Армения была представлена послом в России и, в общем, участвовала в заседании, а уровень определяет само государство. У нас все. Спасибо вам большое. Вам спасибо. С нами Ли, The Moscow Post.